Теремок ТВ. Мои мама и папа познакомились в этом, в семинаре. Не запишите тему лекции, итак, сам я еще пока ее не придумал. Мама Люся была золотая молодежь. Белая кость. Что это такое? Встретила она на семинаре папу Мишу, моего. Гения вычислительной математики. О! Люся, зачем ты уезжаешь так рано? Папа проводил маму на автобус в 7:40. Но оказывается, мама перепутала время. Она все время все путает. И автобус давно ушел. Говорят, что вот после того семинара я появился на свет. Вот она, волшебная сила искусства. Ой.
Смотри-ка, пустая. Интересно, кто в ней жил? Сынок, пойдем дальше. Нет, все-таки очень интересно. Ведь кто-то жил в этой клетке. Тимофей, пойдем. Мам, подожди минутку. Этого нельзя так оставлять. Мама, носороги! Здесь жили носороги. Носороги же едят траву. Ой. 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 Вот и замечательно. Пойдем уже. О, морковка. Может быть, тут жили не носороги, а зайцы. Здесь была полная клетка зайцев. Полная! А может быть, здесь жили тюлени? Видишь, вот мяч. Тюлени же играют с мячами. Хотя нет, я думаю, здесь жил верблюд. Видишь, какие сочные колючки? Специально для верблюдов. А еще верблюды плюются. Ой, ой, не-не, не надо, не надо верблюдов. Ой, ой. Это мышеловка, я понял. Это клетка слона. Слоны боятся мышей, поэтому мышеловка, чтобы слон не испугался. Здесь жил слон. О, чего это вы тут делаете? Ой, извините. Алло? Мы выяснили, какое животное сбежало. Оказывается, это был слон. Ищите слона. Ой, какой был слон! Какой был слон! Только я одного понять не могу. Как этот слон пролезал в такую маленькую дверцу? Однажды огромные черные дыры, черные дыры, черные дыры. О, зависли над садом и поглотили бабушку Асю. Внучек, я картошечку-то сварила. Кушай картошечку-то. Нет, нет, бабушку жалко. О, огромнейшие черные дыры зависли над садом и поглотили всю картошку. Огурцы почему-то оставили. Ой, папа с дачи приехал. А что это у нас одни огурцы на обед? Да, сынок, огуречный суп, рагу из огурцов и огурцовый компот. Чего? Ты понимаешь, пропала вся картошка с дачи. Абсолютно вся. Остались только огурцы. Большие для еды и маленькие на рассаду. О-о. Черные дыры поглотили бюст Ленина. Хо-хо! Тапочки! Подушку! Ножки от шкафа! Тумбочку в коридоре и все замки!
Ищи, кит, ищи. И даже ванну поглотили. И даже... Люся, ты не видела мой второй носок? А ты мою губную помаду не видел? А? Вот такие дыры. Тыры-пыры. Пыры-тыры. А, покажи. Ой! Вы куда? На урок. Какие еще уроки в субботу? Малолетние трудоголики. А ну марш домой. Слушай, а вот бы это все в классе показать. Ага, глотай скорее, выходные. Зимин, к доске. Ой. Так нечестно. Мы же еще это не проходили. Как это не проходили? Как это не проходили? Мама, вам что сдавали? Непонятно. Просто не делали. Как это не проходили? Ну, ничего не поделаешь. Садись, два. Ты что хотел? Недель-то, тетю. Нет, нет, не может быть. Пусть черные дыры выглотят неделю обратно. И станет пятница, 8:30 утра. Урок биологии пусть будет. Ой, что-то. Магнитные бури. Так вот, друзья, белки очень проворные животные. Белки, рот грызунов. Видал? Они еще и выглатывать умеют. Выглотили. Ой, Люся, мой носок, смотри. Лови его. И все было вроде весело. Но мне почему-то было грустно. Ох. Наверное, им тоже грустно. В холодном, бескрайнем космосе. И не с кем играть. А, однажды не совсем огромные черные дыры пошли в гости к друзьям. А. Привет, Тимофей. Привет, Тимофей.